В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. 8 января в кафе на улице Ленина сначала поскандалили, а затем подрались полицейский и сотрудник Росгвардии. Последний разбил 23-летнему оперативнику лицо, да так, что молодого человека доставили в больницу с переломами. Все подробности в рубрике «Сводка». 8 января сотрудник Росгвардии отправился с компанией в кафе на улице Ленина. Приятели отдыхали и выпивали. В какой-то момент один из них задел плечом у барной стойки 23-летнего молодого человека, который оказался сотрудником полиции. Слово за слово, и молодые люди поскандалили. Приятели росгвардейца вместе с ним вышли на улицу и стали ждать полицейского, чтобы его побить. Но тот остался внутри у гардероба. Тогда сотрудник Росгвардии зашел внутрь и стал вытаскивать своего оппонента на улицу. Тот упирался и получил по лицу. В итоге у оперативника зафиксированы переломы лицевых костей и челюсти, травмы глаз. Он доставлен в больницу. В Кирове задержали подозреваемого в покушении на хищение ящика с пожертвованиями. 54-летний мужчина пришел на автовокзал, схватил ящик, в котором было 3000 рублей, и попытался сбежать. Злоумышленника задержали работники автовокзала и вызвали полицию. Мужчину доставили в отдел. Как оказалось, он буквально 2 недели назад освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за это же преступление. В 2018 году на автовокзале он уже похищал тот же самый ящик. Трезвый был? Пьяный был, что? Почему решил взять ящик? Тогда у меня деньги не было. Мне надо ехать с колбаской. Освободившись из тюрьмы, мужчина вернулся на это же место за этим же ящиком с пожертвованиями. Сейчас злоумышленник снова задержан. В Кирове разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло днем 27 декабря на улице Преображенской. Водитель Volkswagen Passat двигался по улице Горбуновой и при выезде на Преображенскую на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. У пострадавшей сильный ушиб ноги. По словам женщины, водитель сам отвез ее в больницу. Сейчас потерпевшая разыскивает свидетелей аварии. Если вам что-либо известно, позвоните по телефону на экране. Волонтеры и полиция разыскивают в Кировской области 28-летнего Константина Чергина. 15 декабря мужчину видели последний раз, с тех пор его местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где может находиться Константин Чергин, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, место происшествия.